Примерно 150 человек в зале. Это лишь малая часть нефтекамского отделения партии «Единая Россия». Сегодня в рядах нефтекамских единороссов числится порядка 2500 человек. Это, как правило, одни из самых активных горожан. Выступая перед ними, первый замглавы администрации Шамиль Халитов отметил положительные моменты в работе партии. Так, по его словам, благодаря усилиям членов «Единой России», нефтекамцам удалось добиться строительства в городе 4 новых детских садов, отремонтировать несколько отделений городской больницы и ряд других социальных объектов. Шамиль Халитов также отметил, что с каждым месяцем ряды партии пополняются. Однако это делается с большей тщательностью, чем прежде. Ведь теперь для партии важно набрать не количество своих сторонников, а привлечь в свои ряды наиболее ответственных и активных людей. По завершению заседания были выбраны делегаты, которые 7 декабря представят наш город на региональной конференции партии.